Всем привет, с вами Алексей. Появилась возможность отправки черенков, не саженцев, а черенков. Меня просили, раньше я как бы этим не занимался, но в этом году появилась возможность, и я заготовил черенки. Черенки заготавливал и поздней осенью, уже ближе к зиме часть заготавливал достаточно недавно, скажем так, когда позволили погодные условия. Значит, какие сорта будут представлены? Боровской. Это сорт украинской селекции. Очень неприхотливый, морозостойкий, достаточно вкусный орех, высокоурожайный. Быстро вступает в плодоношение. Ну, кто меня смотрит давно, тот его прекрасно знает. Сорт Трапезун. Огромный орех, тоже в принципе достаточно неплохого вкуса, особенно вкусный становится после поджарки в микроволновке, хорошо бланшируется, легко собирается в уборке, очень легок. Так, следующий сорт Пирожок, наш украинский сорт, оригинал, чем-то похож на Трапезунд, только меньше размерами. Так. И еще один сорт, Лазовской Славянка. Вкусный орех, очень урожайный. В общем, обо всех сортах, в принципе, у меня только положительные отзывы. Значит, сейчас покажу черенки. И что дают эти черенки, для чего они. Вы можете сделать окулировку, можете сделать обычную прививку, можете перепривить ваши старые растения. Как это сделать, я сейчас все расскажу. Итак, продолжаем. Черенки, как они выглядят. Вот эти были заготовлены поздней осенью. Очень хорошо перезимовали в погребах. В погребах температура скоро начнет повышаться. Поэтому вот эта вещь, вот так вот запакованная в стретче, при постоянном вашем контроле должна находиться, скажем так, в холодильнике, либо в другом каком-то месте, где температура буквально плюс 2-3 градуса. И тогда они еще могут лежать подольше, и можно будет прививку делать после угрозы весенних заморозков. Можно прививать раньше, но тогда я бы рекомендовал все-таки прикрывать. Вот так выглядят, ну, сантиметров 30-40. Это те, которые нарезались попозже, вот уже весной. Толщина примерно есть толще карандаша, есть тоньше карандаша. То есть разные. Это дает вам возможность сделать разные прививки. Вы можете этим количеством, здесь по 10 штук, меньше не продается. То есть упаковка одного сорта 10 штук надо брать. Меньше нет возможности и времени. И вот так вот все замазано со всех сторон садовым бальзамом, чтобы не было потерь влаги. И все это хранится в плотных пакетах. Значит, что нужно сделать при получении? Обязательно визуально все осмотреть. Здесь все хорошо. Почка закрыта, почка живая, почка держится хорошо. Все проверить и застречевать. И вот так вот стречи, если вы будете хранить, то хранить. Все же будет подписано, естественно. Вот какой сорт. И хранить надо будет, я вам сказал, в каком месте, то есть 2-3 градуса, либо в холодном погребе, пока там не поднялась температура. Если температура начнет повышаться, я экспериментировал, здесь начнет образовываться испарина, влага, и потихоньку начнут раскрываться почки. Это очень плохо, потому что лучше делать прививки, когда почка, естественно, закрыта. Можно делать окулировку почкой, можно делать там улучшенную капулировку, просто капулировку. Значит, объяснить это все невозможно. Я сам не суперпрофессионал, мне делал профессионал. Делал вот так, делал в приклад после угрозы весенних заморозков. Вот, даже вот более тонкий, внизу куста обрезалось, видите? Это просто не удался вариант, я вам показываю. И вот так вот прямо хорошо, хорошим ножом все это дело делал. Если нет хорошего ножа, вот у меня, ну, такой средний нож. Дебуи, допустим, итальянец. Я его брал, по-моему, за 400 гривен.
то можно использовать обычный строительный, он должен быть чистый и периодически надо протирать спиртом. Вот это вот, если окулировка почкой, то вот так вот обычную пленку обрезаешь и можно ею пользоваться, если нет, специально. Секатором у меня получалось несколько раз, но он мнет там ткани, в общем, я им не рекомендую пользоваться, вот не рекомендую. Все, не хочу затягивать это видео, ребята, кто хочет сделать окулировку, кто хочет взять капулировку, мне, пожалуйста, не пишите, это надо взять и посмотреть штуки 3-4 внимательно, хороших видео, и тогда у вас, возможно, все получится. То есть изучить этот вопрос. Если вы не изучите этот вопрос, то, скорее всего, вас ждет, скажем так, неудача. Так, ну, на этом, наверное, буду заканчивать. Всем огромное спасибо, кто смотрел. Все будет в описании к этому видео, мои контакты. В общем, пишите, звоните. Всем огромный привет из Харькова. Всем пока.